Доброго времени суток. Сегодня у нас на обзоре будет вот такая вот качелька детская. Как вы видите, ее сделать на самом деле очень легко и просто. У нас сломалась коляска, и из прогулочной части мы сделали качель. Для этого вам понадобится 4 кольцевых болта М5. У нас они длиной 25 миллиметров. Цепь 5 метров, это 4 куска по 75 и 2 куска по метру. Кстати, что касается цепи, это если, допустим, сравнивать с 90-ми годами, то это действительно прорыв. Цепь четверка, оцинковка, но, к сожалению, это прорыв Китайской Народной Республики, не наш. Все метизы — это Китай. Метизы я уложился на 1500. 2 анкера, 4... 6 карабинчиков и 2 больших карабинчика, чтобы повешать. Соответственно, из качельки мы делаем, ребенок засыпаем. Мы можем здесь же его и укачать, он и спит. Ну и качель уже с безопасностью, с ремешками. Получается вот так. Единственное, что... Почему не может производитель сразу сделать что-то подобие такого, чтобы трансформировалось еще и в качельку? Может, вам кому-то пригодится. По крайней мере, сейчас очень много вот этих вот алюминиевых колясок выкидывают, потому что они лопаются. Но вот можно, пожалуйста, сделать достойную качель.